У Байкала жен 336. Старшая из них — река Селенга. Рослая, громкоголосая, бесстрашная. Чуть что не по ней, холодным восточным ветром устремляет свой гнев на всемогущего мужа. И Байкал все терпит. Крутой нрав у Селенги. Подпираемая трогами Хамар-Дабана, устремляется она в ущелье и показывает свой буйный характер. Много историй и легенд хранят воды Селенги. Могучая река могла бы рассказать о великой столице уйгурского каганата Хара-Болгас, о своенравном сыне, великом Чингисхане, и о мужественном народе, заброшенном царской волей за Байкал-море четверть тысячелетия назад. От западных границ России до берегов Селенги прошел тот народ, заселил дикие степи и горы, возделал землю, посеял хлеб и пронес через века свою веру. В 100 километрах к юго-западу от столицы Бурятии, Улан-Удэ, раскинулось озеро Щучье, любимое место отдыха горожан. Его окружают, как лепестки сказочного цветка, 8 загустайских озер. Подземными водами соединены они со своим отцом Байкалом. Их разделяют лишь 100 километров тайги, раскинувшийся на горных хребтах величественного Хамар-Дабана. 110 лет назад первый дом здесь, тогда еще на пустынной земле, поставил мой дед Илларион Чебунин, первый хозяин озера Щучьего, первый русский на этой земле. Через 50 лет после его кончины я вновь возвращаюсь в родные места, к своим предкам, древнему роду семейских старообрядцев Чебуниных. Драматической истории рода я посвятила роман «Тарбагатай». Шла к нему долго, через внутренний протест, душевные муки и сомнения, ведь большую часть своей жизни стеснялась называться семейской. И в то же время с детства чувствовала некую сопричастность к таинственному заповедному миру, где мои тетушки и бабушка ходят в красочных сарафанах и кичках, словно это не середина 20 века, а Древняя Русь. Там в детстве рождались мучительные вопросы. Почему говор семейских так похож на белорусский? Здоровенько! Проходите, гости дорогие! Откуда у них нитки крупного солнечного янтаря? Где эти люди черпают силы для молитвенного стояния на коленях и тяжких трудов на каменистых пашнях? Любила мне мать! О, вашая ла, что я ненаглядная дочь. В 2001 году духовная культура семейских старообрядцев провозглашена шедевром устного нематериального наследия человечества и включена в первый список ЮНЕСКО. Забайкальские семейские сохранили уникальный распев,
который сложился на основе церковного пения, принятого до раскола. Он называется знаменным. Древний чин церковной службы был долог от 4 до 8 часов. Но человек терял нить времени. Ангелоподобное пение возносило душу на небеса. Знаменный напев подобен старинной иконе. От внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое и от зрения на икону. Благоговение и умиление. Писал святитель Игнатий Брянчанинов. Древний храм Ильи Пророка в Ярославле. До наших дней здесь сохранилось убранство храмов Древней Руси. Семейное предание Чебунина гласит, что наш предок Федор Чебунин родом из Ярославля, был мастером-чеканщиком. Одевал в ризы святые образа. Фамилия Чебунин от слова «чебук», что значит «кошель». На Святой Руси храмов строилось много, все они щедро украшались, и заказов у мастера хватало. Федор мог бы процветать и передавать свое ремесло детям. Увы, пришла беда, которую впоследствии назовут самой грандиозной национальной катастрофой. В середине 17 века патриарх Никон, одобряемый царем Алексеем Михайловичем, осуществляет церковную реформу по образцу нового христианского мира. Русский народ воспринимает изменения как посягательство враждебного Запада на святая святых. Начинается массовое сопротивление. В ответ власть казнит сторонников старого обряда. В Страстную пятницу 14 апреля 1682 года был сожжен протопоп Аввакум. В начале лета 1682 года Федор Чебунин с семьей и соратниками уходит на юго-запад страны, в город Стародуб, центр беглого старообрядчества. Однако спустя 3 года царевна Софья издала указ упорных раскольников сжигать живьем в срубах, их имущество направлять в царскую казну. И вновь собрал Федор свой нехитрый скарб. Путь его лежал за границей государства, в польско-литовские земли. По теплу беженцы облюбовали пустынный остров посреди реки Сож. Тут решили ставить слободу. «Обоснуем свою православную ветку», — торжественно объявил Иерей Козьма. «И пустит она корни. Пущай растет вширь новыми ветками и крепит нашу веру». И пошло название из уст в уста. Ветка. Образ свободы и правой веры. Новгородских слобода, ярославских, донских слобода, московских дворов с 300. Мы понимаем, какое количество населения. 40 тысяч, по некоторым данным, начало 18 века. Если мы будем говорить про Москву, это 100 тысяч населения. В Белоруссии, в городе Ветка, Гомельской области, существует уникальный музей, свидетельство живой старообрядческой культуры. Расположен он на Красной площади. Да потому что из своего отечества, откуда они пришли, они все принесли. И площадь Красную, и храм, покрованный этой площади, и культуру, которую они принесли. То есть они все, вот это отечество, которое оно здесь рядом, оно нужно было им. Не зря
ветка, это малая ветка Москвы, это ветвь древле православия, это ветка, которая символически по реке приплыла именно в это место. Сегодня этот музей – крупный научно-исследовательский и просветительский центр. В его фондах около 11 тысяч экспонатов. Уникальные коллекции старообрядческих икон, рукописных и старопечатных книг XVI-XIX веков. Это история уникального апостола Ивана Федорова. Это 1574 год, это львовское издание, которое в оригинале красуется в музее. Одна из экспедиций, где женщина сидит у окна и читает апостола Ивана Федорова. В оригинале. Это уже 1980-е годы. Ну, вроде, представляете, полтысячелетия проходит, она сидит и читает у окна. Все так же, как делала ее мама, бабушка. Когда предлагаются деньги, вот у старообрядцев, у старообрядцев сразу, знаете, такое не принять. Как я мог это продать? Это не книга мне принадлежит, а я этой книге. Старообрядцы. Они знали, что здесь течет Сож, а дальше Днепр, а дальше Черное море. Это богатейший рынок. Почему расцветает культура ветки? Там, где расцветает экономика, расцветает и культура. Старообрядцы это понимали. Они не обогащали вот прям просто карманы свои. Они обогащали культуру через карман. Кем на Новой Земле могли стать Федор Чебунин и его дети? Иконописцами, чеканщиками, кузнецами, ткачихами, переписчиками книг. Они строили и расписывали дома, превращая в цветущий райский сад и землю, и душу. Когда в экспедиции женщина, которая целый день работает в огороде, сотрудники приходят и видят у нее в доме висит красивейшая риза, киот, икона. И вот внутри вот этот какой-то всегда закрадывается у каждого музейщика, коллекционера. А, наверное, в музее бы сохранение было. А в музее, наверное, бы вот с ней реставратором, возможно, поработали. На что женщина отвечает сразу. Я же за день на работе, а тут сяду перед ней, и ей одной и красуюсь. Она не сказала, я молюсь, я прошу чего-то. Вот это красоваться, вот эта краса, которая... И восприятие мира через формулу красоты. Поэтому свое жилье, все, что вокруг, сады, палисадники, иконы, киоти, оклады, ризы, книги, все должно быть красиво. Это культура ветки, как райского сада. Начиная от названия, она ветвь, которая должна расцветать. И не отторжение, что райский сад – это где-то там, откуда нас изгнали. Вот если мы при жизни создадим, если мы насадим эти сады, значит, и душа наша в раю будет. Как сказала одна из ветковских женщин, говорит, а как же не любить сады? И в раю они есть. Между двумя домами предков 6280 километров. Таково расстояние между белорусской веткой и сибирским Тарбагатаем. Через 80 лет после бегства из Ярославля чебунины вновь отправились в дорогу. Как и остальные 11 тысяч старообрядцев под конвоем. Старообрядческая вольница не давала покоя государевой власти. В ветку бежали не только старообрядцы, но и те, кто спасался от гнета крепостничества. В 1735 году императрица Анна Иоанновна приказала сжечь рассадник воли. Она планировала вернуть в Россию 40 тысяч беглецов. Войска пригнали 15 тысяч. Спустя 30 лет Екатерина II осуществила гениальный план.
она решила отправить непокорных староверов в Сибирь на освоение целинных земель. Чтобы избежать сопротивления, императрица приказала выводить ветковцев семьями. Груженные подводы тянулись сначала до Калуги, затем на баржах по Оке и Волге, в Казань, далее через Верхотурский острог и Тобольск в Забайкалье. Из 11 тысяч человек до Забайкалья добрались лишь 7,5. Из молодых мужчин в Тобольске сформировали 2 военных полка. Остальных расселили по деревням Селенгинского ведомства. 107 переселенцев, 31 семью, в том числе Чебуниных, определили на жительство в село Тарбагатай. Гонимые, униженные, измотанные долгой дорогой через всю Россию, эти люди должны были в суровом климате начать все заново, в холодных землянках. На что направлен был их взор, когда поднимались они вверх к Амулевой горе? На раздолье степей и величие полноводной красавицы Селенги? Или на каменистую, неприветливую землю? Академик Петр Симон Палас, прибывший сюда для географического описания Сибири, восхищался девственной красотой Бурятии. Но пришел к выводу, что селенгинская страна не может быть многолюдной и хлебом обильной, потому что каменисто и песчано. Кроме кочующих народов, никому другому тут жить не можно. Академик был прав. Зима почти 7 месяцев. Реки промерзают до дна, а земля не всегда успевает оттаивать из-за лета. Ветреная весна, засушливый июнь, ранние заморозки осенью. Тем не менее, новопоселенцы сразу же начали осваивать горные склоны. Им пригодились вывезенные из ветки семена и немецкие плуги. Было 3 пашни. На северном склоне, на южном склоне и низина. Потому что здесь климат. Если он долбанет мороз, низ весь убьет. Если засуха, северный склон даст, родит пшеницу. Если мокрая, северный не родит, южный склон горы. Было 3 пашни у каждой семьи. Каналы по горам. Вы не представляете, какие каналы. Десятки километров тянутся. Мы с дедом ходили, в скалах вырубали все ниши, чтобы пропустить воду. Вот где конь мог заходить с сахой, туда и залазили, там пахали. Через 15 лет после переселения семейские начинают продавать хлеб. Они сумели решить самую насущную проблему того времени – продовольственного обеспечения военных гарнизонов, призванных охранять границы новой России. В сентябре-августе 1830 года ссыльные декабристы, совершавшие пеший переход из Читы в Петровский острог, увидели Тарбагатай таким. «Когда мы приблизились к Тарбагатаю, перед нами развернулся чудесный вид. Все покатости гор, лежавшие на юге, были обработаны с таким тщанием, что нельзя было довольно налюбоваться на них. За Байкалом около 20 тысяч староверов, а туземцы называют их поляками. Вообще забайкальские большей частью народ грамотный и живущий в большом довольстве». Любопытные воспоминания о Чебуниных оставил и декабрист Андрей Розен. «В Тарбагатае мы дневали и имели время и случай рассмотреть все подробно. Мне отведена была квартира одного из братьев Чебуниных. Дом в несколько горниц с большими окнами, крыши тесовые, крыльца крытые,
В одной половине дома обширная изба для рабочих с русской печкой для стряпания и печенья. В другой половине от 3 до 5 горниц чистых с голландскими печками. Долы покрыты коврами собственного изделия, столы и стулья крашеные. Избы и дома у них красивы не только углами, но и пирогами. Фамилия Чебунины, Второбогатая, это основная фамилия. И большинство жителей нашего села жили под этой фамилией. Вот я всегда возвращаюсь с детства, чтобы вспомнить, какое оно было. И вот в нашем околотке из 15 домов 8 семей имели фамилию Чебунины. И когда я заканчивал в 70-м году среднюю школу, у нас в классе было 11 детей с фамилией Чебунины. И сейчас по всей России можно встретить с этой фамилией людей. Родственники у нас в Канаде, в Швеции, во Франции, Германии. Ну и большая часть живет, конечно, родственников здесь. Мы все здесь Чебунины. Потомки Федора, когда-то ушедшего из Ярославля в польско-литовские земли. Сегодня Чебуниных тысячи. У мамы 12 детей было в семье. 6 было своих и 6 приемных. Приемные откуда появились? У отца, у маминого, у Варфоломея, был брат Дорофей. Его в 37-м году отправили вот на шахты в Гусиноозерск. И он оставил жену и 5 детей на тот момент был. Жена была беременная. Он оставил в Нижнем Жереме. А тетка Катерина, бабушка, во время родов умерла. И в маминой семье дедушка, мамин отец, всех этих детей дедушки Дорофея взяли к себе. У них было по 2 имени, он говорит. 2 у нас Ули было, но одна была Уля, другая была Улинейка. Один был Николай, другой был Карп. Но, тем не менее, это все равно Николай. И вот так все 12 детей выросли. И я хочу сказать, что родные, братья, сестры, даже не всегда были ближе, чем вот эти вот приемные дети. В семье Сверли не было понятия, что развестись, как бы там ни было. Семейский, даже если вот здесь разговор был, что если надо, чужая семья осталась, сирота, они обязательно возьмут и никогда не выпустят, как говорится, куда-то, чтобы дети разбежались, родственников. То есть очень крепкая семья и очень большие это родственные связи. Если свадьба, так свадьба, как говорится, да? 100 и более человек. Ну, ладно, свадьба там приглашает. А вот если это похороны, то приходят все по зову сердца, как говорится. И поэтому вот я считаю, вот эта черта у семейских сильно развита. У семейских недаровых так зовут. Семья – это основа, это соль. Ничего нет главнее, ничего нет важнее и надежнее. Семьи большие, чтобы быстро напитать, хозяйки пекли почти каждый день. Я вот помню с детства, просыпаешься и утром уже гора лепешек или блинов, или оладушек, закрытых полотенчиком. Дети день бегают, хватают, таскают, как у нас говорят, и сытые. Стол у семейских достаточно обильный, потому что много работают. Неусыпный труд, строгое следование догматам веры и традиций. Через 70 лет после переселения количество семейских в Сибири увеличивается в 4 раза. Они гораздо зажиточнее остальных сибиряков. Живут большими многодетными семьями. О долголетии и физической крепости семейских не раз упоминали путешественники. Семейские не курили,
не употребляли крепких напитков, даже чай. Грехом считалось выпить таблетку. Лечились травами. Главная семейная ценность – книги. Те самые старопечатные книги, которые удалось вывести из Речи Посполитой. Одна из таких древних книг сегодня хранится в Национальной библиотеке Бурятии. Издана она была за 100 лет до раскола церкви. Там, где нужно было семена с собой везти, они везли вот эти вот книги. Эти книги Истар Богатая, часовник, без чего, в принципе, нельзя. Здесь есть рукописные тропари, молитвы, каноны. Ну, без них не было жизни вообще, невозможно. Вот понятие невозможности жизни без книги. Запись была на книге, которая сейчас в этнографическом музее хранится, народов Забайкалья. Когда там был зарок не потреблять ни алкогольных напитков, ни в каких дозах. В чем клянусь тебе, святая книга. Книги отчасти утоляли духовную жажду полноценного богослужения. Самым тяжелым испытанием для моих предков стало невольное отлучение от литургии, невозможность причастия. Им нельзя было участвовать в общественных, на общественных должностях состоять, им нельзя было открывать свои училища, им нельзя было очень много, что вот, ну, в конце концов, с начала 19 века книги печатать нельзя было. То есть единоверская типография – это ведь правительственная, по факту. Там очень много чего нельзя было до 1905 года. Тем не менее, вот их эту невероятную хозяйственную адаптивность никуда было не деть. Они были очень предприимчивыми людьми. И я так полагаю, что если, поскольку они попали в абсолютно чужое, ну, чужое с точки зрения всего, природы, окружения, языка, культуры, все было другое, ино, да, иноязычие, инокультура, у них не было выхода, кроме как, во-первых, сплотиться и вот то, что свое, сохранить, потому что иначе они потеряют себя. Кто они? Они не местные, но они кто? Да, и с другой стороны, найти вот эти способы выживания как раз за счет взаимодействия. Если бы не было взаимодействия с местным населением, они бы здесь не выжили, это однозначно. Потому что буряты, они же местные, они же все знают, какой климат. Вот дед Харитон рассказывал, так, ага, сено кончилось, ну, пошли к бурятам за сеном. Бурят вышел, говорит, сюда поглядел, руку в сено, в снег засунет, ага, там что-то поковыряется. Ну ладно, немножко сена дам. К середине 19 века, когда, казалось бы, и земля освоена, и с местными жителями бурятами установились дружественные отношения, возникла другая проблема. Растущим семьям не хватало земли-кормилицы. Правительству ситуация была на руку. Состоятельным семейским предложили двигаться дальше, в Восточную Сибирь и Дальний Восток. И вновь, осенив себя крестом, в надежде на милость Божию, поднялись люди с привычных мест и двинулись в сторону вечной мерзлоты. Писатель Иван Гончаров в 1854 году, возвращаясь из кругосветного путешествия через Сибирь, был крайне удивлен. «Не веришь, что едешь по Якутской области? Куда, бывало, ворон костей не занашивал, так оживлены поля хлебами». Сами того не ведая, семейские старообрядцы решили сложную дипломатическую задачу. Пресекли притязания Китая и Англии на эти земли. Мой дед Илларион Чебунин родился в 1886 году. Может быть, на этой улице, в одном из этих домов в Тарбагатае, где треть всех усадеб принадлежала Чебуниным. В начале 20-го столетия проблему нехватки земли он решил по-своему. Оставив родительский дом и переправившись через Селенгу, ушел на пустынные бурятские земли рядом с Шаргай-озером, которое назвал Щучьим.
Позже вслед за ним потянулись семьи других жителей Тарбагатая. Затея эта была сомнительной. Земля вокруг озера и отрогов Хамардабана была еще более каменистой. Чебунины, Домновы, Федотовы, Ефимовы, Минаевы, Медведевы. Ну, в основном все вот эти, все они приехали из Тарбагатая. Выходцы оттуда, с Тарбагатая. Они приехали, несколько семей, на Щучье озеро, а уже следующие ехали сюда. Вот в 1920 году образовалось село. Было название сначала Каменка называли, потому что, ну, камней много, да. Потом уже переименовано село Ягодное. 300 человек проживало где-то, потому что было очень много детей. В каждой семье по 5, по 6, по 8. У Илариона и его жены Дарьи было 8 детей. Самый младший – мой отец Георгий. Родился в 1926 году. На этой фотографии 1934 года большая семья Чебуниных. У семейских, недаром их так прозвали, семья – это вся родня и вся община. Так было у моего деда. Помню, как во дворе постоянно толпились люди, приходившие к нему за советом и помощью. Всей общиной они проливали пот на эти каменистые пашни, как когда-то их предки в Тарбагатае. И только после многократных спашек избавились от камней валунов, обильно рассеянных самой природой. Это все было засеяно. Пшеница, рожь, ячмень, кукуруза. Все было засеяно. Привыкли все делать сообща. Наверное, поэтому семейские приняли советскую власть. В 20-е годы деда сначала выбрали старшим по артели, а затем и председателем колхоза. Как-то раз, послушав по радио новости и выключив настенный приемник, дед вдруг сказал: «Жили мы богато, одних дойных коров в семье 18, полсотни овец, десяток свиней, и так в каждой семье. Поманили большевики, еще богаче жить будете, а мы и рады. Коммуна? Мы и так всю жизнь общиной жили, вот и наказал нас Бог за жадность». Впрочем, и в советское время семейские не жаловались. Трудились, надеясь только на свои руки и помощь единоверцев. Старообрядцы вели хозяйство не только ради сытой жизни, но и для поддержания своей общины, народа Божия. Внутри действовало правило: «Твоя собственность есть собственность твоей веры». Помощь сельчанам, у которых не хватало мужских рук, сохранялась до конца 20 века. Потому и не было бедноты среди семейских. Их окружала райская красота, земная и небесная. Семьи были большие, семьями, допустим, родители знали, что на такой тяжелой работе старшие ухаживали за младшими. Поэтому никаких не было претензий, никаких не было. Каждый свои обязанности знал. Дрова? Тебе дрова сегодня таскать, другому стайку чистить, третьей воду таскать. Учили нас. Главное – быть в дружбе, в семье, чтобы была семья всегда дружная. Всех знали, родственников не забывали. И не забывали по праздникам не только, но и всегда помогали друг другу. Это мы учили всегда. Ведь какая была жизнь трудная и во время войны, и после войны. А на работу бабы едут на долгих телегах, не на длинные, долгие называлась телега у нас почему-то, не знаю, в два ряда. Их человек, наверное, 12, это так себе, это, а то и больше сидит на телеге. Но их они пели вдово. Сколько проблем было, голодающие, не доедали, а пели...
моей фигурою навычила бы. В 20 веке на весь Советский Союз славился Куналейский семейский хор Тарбагатайского района. Семейские несколько раз выступали в Большом театре, в Кремлевском дворце, ездили за рубеж. 90-й год были это Франция, а 91-й год это мы были Америка, Голландия. С молитвой и духовным пением жители Тарбагатайского района и сегодня преодолевают невзгоды и творят чудеса. Поля вспаханы, огороды засеяны. Во дворах и в домах райская красота и чистота. Даже собачьи будки, как пряничные домики. Вы в деревню приедете, вы поймете, что это семейская деревня. Это уважение к своему жилищу, к своему корню, к родне, уважение к своей семье, к труду. У нас говорят, если у тебя есть руки, ноги, тебе стыдно жить плохо, У тебя должен быть хороший огород, у тебя должны быть там поросята, куры, гуси и так далее. То есть ты должен, ну, как бы сказать, жить достойно. Бурятия. Центр буддизма. Со всего мира сюда едут паломники и просто туристы. Сегодня сложно представить эту землю без привычных, вписанных в степной пейзаж, дацанов и лам в малиновых одеждах. Но еще недавно религия была запрещена. В 1917-м большевики посулили справедливую жизнь, землю и равенство. С равенством не обманули. А вот каток репрессий к началу 30-х годов прошлого века одинаково жестко прокатился по всем верующим, буддистским ламам и старообрядческим уставщикам. После этих репрессий здесь была полностью прервана вот эта вот межпоколенная передача. То есть некому стало, некому в смысле тех, кто умел, и некому, потому что не осталось тех, кто бы это хотел узнать, потому что молодежь воспитывали уже в совершенно другой парадигме. Я в школу пошла в сарафане, в семейской мы учились, да, вот поэтому одна коса должна быть, а в школу приходишь, там начинают ругать, надо, у школьницы должно быть две косички. Выгоняют из класса, ты расплетаешь в коридоре. Мало дела, что-то там за кульябаешь, домой приходишь, бабушка, это грешно было девочкам носить две косы. Но все равно были упертые наши семейства, старались все это сохранять долго-долго. Угу. Но постарше, которые наших родителей были, они так и ушли в этих сарафанах, в птичках, не примирились с тем, чтобы это не надо. В мое детство еще почти все бабушки ходили вот в этой одежде. Старики ходили в косоворот. То есть вот так, что и был уклад очень, еще очень традиционен. То есть вот до 60-х годов, до середины, до конца 60-х годов это все хранилось. Затем как-то резко в 70-е, 80-е годы все рухнуло. Мой отец, Георгий Чебунин, офицер Советской армии, воевал, вернулся на родину после демобилизации в 52-м году. С собой из Белоруссии привез жену, Галину. Семейская родня болезненно восприняла этот союз. А между тем в нем соединились две сакральные точки – белорусские и забайкальские ветки. Как и все ровесники, я с гордостью носила пионерский галстук и комсомольский значок.
Летом почти каждые выходные мы с семьей выезжали на природу. Купались с сестрами в Селенге и в Забайкальских озерах. Ходили в тайгу по ягоды, по орехи. Часто приезжали на озеро Щучье к дедушке Илариону и бабушке Дарье. Все это легко укладывалось в картину счастливого детства. И все же, называя свою фамилию, как правило, слышала сочувственный отклик. «А, Чебунина, Семейская, Истербогатая!» И мне становилось стыдно. И за древний наряд на бабушке и тетках, и за их земные поклоны у порога, за странный говор и старинные иконы в красном углу. И это век покорения космоса и приближения коммунистического рая. Понадобилась жизнь, чтобы понять, что моя пуповина там, под древом семейского рода. Советский Союз, он был очень многим хорош, но он хотел воспитать человека одного, одной нации, советский человек. И он старался это все убрать. Это были налоги на костюмы, запрещали ставить иконы и так далее. И вот когда началось снова возрождение в 90-е годы, самосознание начало как-то к людям возвращаться. Все больше, больше, больше. Было такое время, когда смеялись, о, семейство, смеялись над этим. И когда пришло время, что стали презирать, что люди ходят в сарафанах, молятся, крестятся, и люди просто стали стесняться носить свои одежды. Но были люди гордые. Вот у нас соседка была, Василиса Калистратьевна Медведева. Она до конца своих дней ходила в сарафане. Приезжали сюда всякие недобросовестные, как бы псевдоученые, которые за копейки забирали эти иконы, книги, бусы, наряды, вот эту утварь, понимаете? И потом уже наступила перестройка, и начальник отдела культуры у нас, Иван Степанович Бунин, он начал писать: «Люди, пожалуйста, пожалуйста, берегите, не отдавайте, это все возродится, все вернется». И так и вышло. Иван Степанович и Галина Ермолаевна Чебунины. Муж и жена. Когда-то, став начальником отдела культуры в Тарбагатае, он начал работу по сохранению истории семейских. Его начинание поддержала жена, Галина Ермолаевна. Во многом ее стараниями культура забайкальских старообрядцев была признана шедевром устного и нематериального наследия человечества и включена в первый список ЮНЕСКО. Конечно, они были бережливы, и до сих пор эта черта у многих сохранилась. Все сохранять, не выбрасывать лишний раз. Какая-то вещь, допустим, отслужила свое дело, все равно приберем куда-то в сарай, куда-то мы положим в дальний угол. Поэтому сохранилось очень много вещей старинных. Настоятель старообрядческого крестовоздвиженского храма отец Сергий давно собирает старину, чтобы сохранить культуру, которую князь Владимир принес на Русь. Это наше будущее, называется домовина. Делается она из цельного куска дерева, разрубаются, все ветки убираются, пшеница засыпается и ждет своего хозяина. Может 10, 20, 30 лет лежать, ей ничего не будет. Обычно это где под окнами лежит, где в амбаре, где в сеновале, где на крыше лежит, никак. Но устраиваться это было... А сейчас, так как сейчас большого леса нет уже, то это очень престижно. У бабушек, кстати, их несколько штук. Вот целое бревно. О!
я увидал, что это очень быстро уходит. Даже очень быстро. Молодежь уезжает, старые отмирают, и в итоге прекратится взаимоотношение старого поколения и нового поколения. А вот чтобы это все возродить, надо начинать с маленького. Вот с 5 рублей серебряных. Или там с коня какого-то, с каких-то коров там даже, с какого-то производства с маленького. Вот сейчас это начинается в нашем государстве. У нас в деревне все целые в Старобрядцах. Видите, ни одна деревня не закрылась. У нас советские поля все восстановлены. Брали, потом брали такие трактора кое-какие китайские. А сейчас, вы видите, американские, вон, 6-8-12-метровые жнейки ходят. Хотя они к нашим условиям не приспособлены. Но так мужик приспосабливает, что все ходит. И мы с гордостью всегда говорим, что у нас на нашей земле есть и свой святой, и полный георгиевский кавалер, и герой России, и полный кавалер орденов славы, то есть земледельцы, пахари и божьи люди. Все родила наша земля. Наверное, это вот как раз результат того, той упертости, даже какой-то труда, стремления к своей цели. И поэтому, конечно, очень много людей, с которых можно брать пример, наших земляков, которые уже живут и за пределами нашей республики. Когда спрашивают, откуда, да, я всегда говорю, я семейская, и все становится сразу понятно. Ох, как мне хотелось понять, дознаться, что за народ такой семейский, старобрядцы, хранители исконно русского духа. Долгие годы я искала ответ в архивах и семейных преданиях. Так родилась книга «Тарбагатай» — мое покаяние за отношение к близким, мое послание потомкам. Ношение сарафана или еще чего-то — это не так важно. А самое главное — вот это знание. Через знание приходит осознание. И когда я прихожу в школу и читаю им лекции, они с огромным удовольствием слушают. Они с удовольствием смотрят наши спектакли. Ведь мы это не только поем, мы ставим спектакли, мы ставим такие представления, от которых у детей открываются глаза. Через игру, через песню мы рассказываем им о них самих. Какие они вообще и откуда они. И мы когда сейчас вот за хвост хватаем, что же мы теряем-то? Мы вообще какую глыбу истории, культуры мы теряем-теряем. Ее надо дать, передать, чтобы дети не были перышками на воде, чтобы они не летели по ветру куда-то. Надо их зацепить, надо, чтобы они гордились, знали. И все это ради них. Мой дед Иларион погиб в ноябре 1972 года, когда помогал сельчанам на ферме. Ему было 86 лет. Улетела на небо святая душа, нерушимое древо старинного рода Чебуниных. У семейских бытовал обычай закапывать послед новорожденного родину в подполе дома. Она должна была привязать сына или дочь к родному дому, к семье, к своей земле. В этом доме закопана родина моего отца, Георгия Чебунина. Он умер в Ульяновске, на моих руках, и страдал не от боли, от тоски по родине. Отчий дом. Что может быть дороже? Для каждого из нас родная земля самая прекрасная. Сибирь. Сибирь — это сила, огромная сила. Очень трудно ее свернуть, очень трудно покорить и невозможно не любить.
гряде хамардабанских сопок я пытаюсь разглядеть тени прошлого. В осенней тишине ловлю голоса дорогих мне людей, которых укрыла вечность. Наверху безмятежное небо, хранящее тайны вздохов Байкала и слез Селенгинской долины. Пора проститься с родными, с озером, домом предков. Я знаю, все они семейски ушли дорогами любви, обрели путь к вратам небесным. Отчий край, я буду любить тебя, даже когда сгорит мое солнце. Эй, за широкой, за рекой, соловеюшка прелестно пел, да поя да дорогу, Женьке была тропою. Ой, да колокольчик, колокольчик чуть звенел. Эй, колокольчик-то мачуть звенел, да я Шечок ехал парень почтовой. Ой, да ехал троечка шашков. А ехал троечки парень шажеком. Да, ой, рау, разу, да, алый парень черноборон.